Здравствуйте, это канал Максимазы, и мы продолжаем играть GTA San Andreas, продолжаем второй сезон, и мы направляемся в свой трейлер. О, привет, Карл. Как ты, сестреночка? Это еще не все. Я сделал это ради своей женщины. Но сейчас я двигаю домой и надеру задницы парю наркоторговцев. Эй, слушай, ты приберешься на район такой крутой, и тебя замочат сразу. И я не собираюсь тебя терять из-за ваших разборок, кто круче. Чувак, расслабься. Мы разрулим, когда придет время. Мы уже знаем, кто эти плохие парни. Твой гробаный братец Биг Смоук и полицейские свиньи Темпани и Пуласки. Боженьки, да Биг Смоук, он наркоторговец. О, нет, только не Биг Смоук. Может быть, он связан с Краш. Но он не занимается дурью. Да ну, Си Джей, как ты думаешь, как он этот дом-то получил? Забей на эти романтические сопли Гроу-стрит навсегда. Дважды в неделю, как говорят, Смоук отправляет транспорт Сан-Фьера, а на пути грузовик полностью набит порошком. О, блин, надо, наверное, проследить за шоссе Сан-Фьера. Может быть, я что-нибудь разгляжу. Просто не высовывайся, я вернусь. Алло, где ты шляешься, задница? Почему бы на тебе не позвонить, а? Слушай, я как раз собирался тебе позвонить, но... Лжец, ты, наверное, с вонючими этими шлялся. Нет, дай я тебе бесить. Да заткнись, двигай давай сюда. Надо ограбить немного. Слушай, я тут по уши в дерьме оказался. Каталина опять. Да, вот кто у нас наркоторговец, оказывается. Наш братец Гроусрит Та Биг Смоук. Ну и, конечно же, офицеры из... Краш. Во-первых, посмотрим, сколько у нас оружия. Денег у нас не так уж и мало. Оружие я бы, наверное, бы прикупил бы еще бы немного. Покруче чего-нибудь. Давайте в амунацию заедем. А затем поедем к Каталине. Сегодня мы будем грабить с Каталиной. Так, автоматы. Защиту тела я возьму в другом месте. Бесплатно. Ну и все, не надо больше, наверное. Так, где-то здесь бронежилет у нас находится. Вот он. Так, садимся на мотоцикл Санчес и едем. Так, посмотрим, куда ехать нам надо. Так, вон он, где дом Каталины оказывается. Ой, далеко-то как. Слушайте, ребята. Ладно, я туда сейчас поеду. Блин, жалко, нет никаких... Нельзя ездить на такси. Короче, я туда приеду... Это будет долгая поездка, я туда приеду, и мы там продолжим. Чик-чик. Так, приехали, наконец-то. Путь довольно был неблизкий. Какого хрена она живет в лесу? Посреди вообще хрен знает чего. Ничего себе, тут могилы есть у нее. Интересно, кто же похоронен в этих могилах? Неужели ее бывший парень? Давайте сохранимся сразу же здесь, чтобы мне не пришлось... Блин. Так, нет. Я не хочу ночью грабить. Да, блин, дурацкие глюки меня раздражают. Мышка, то мышка не работает, то ли то, что еще что-нибудь. Еще раз давай. Вот. Ну ладно, пойдемте. Эй, Каталина, это я, Карл Джонсон. Эй, милая, мне очень жаль, что мы так повздорили с тобой, все такое, но...
Да у меня просто был хреновый день был. Слушай, прости меня, пожалуйста, милая, прости меня. Открой дверь, а. Она здесь вообще, я не вижу ничего. Ну уже, милая, не злись. Прошу меня. Милый, Карл Джонсон не может жить без тебя. Ой, блин. Да где же эта тупая мадафака? Здесь! Ну и кто теперь мадафака, а? Ой, милая, прости меня, прости. Прости, пожалуйста. Это что было? Совершенно правильно. Прошу тебя, прости. Не убивай меня, прошу тебя. Ты сожалеешь об этом, да? А как ты теперь собираешься доказать, что ты сожалеешь об этом? Ну уже, милая, ну что ты? Я буду обращаться с тобой очень хорошо. Давай, говори. Я возьму тебя с собой грабить банк, если такая, да? Я позволю тебе убивать кого захочешь. Буду хорошо обращаться с тобой. Прошу, не убивай меня. Карл, я тебя... люблю? Алло, да, просто офигенно. Да, точно. Походу. И чё, будем грабить? О, ну и что у нас дальше? Ты чё, тупой что ли? Забыл? Банк, Полина Крик, винный магазин Луверри или букмекерская контора? Ладно, на этот раз, надеюсь, все пройдет как по маслу. За себя, неженка, договори. Так, куда бы нам поехать? Давайте посмотрим. Вот, давайте вот это напоследок оставим. Поедем сначала в левую сторону. Ой, в смысле в правую. Нет, с этой стороны это в левую получается. Да, еще у нас есть место сверху, наверное. Где-то тут и... А, нет, с правой стороны, может быть, есть. С левой, вернее. Короче, я забыл где, неважно. Поехали сначала влево. Не бойся. Для некоторых мужчин я делаю исключение. Таких, как ты. А так я могу убивать кого я захочу. О, да. Что-то я вот не верю, что она любит его, блин. По-моему, она... И считает, что она теперь девушка Си-Джея. Да и даже готова убить его, если он не согласен. Просто зашибись. Давайте начнем с букмекерской конторы. Что, будем грабить букмекерскую контору? Да. А что, не отважишься? Держи. Подрывные заряды? Откуда они у тебя их, а? Откройте дверь, а то я вам башку снесу всем. Руки от сигнализации, а то я и деток твоих застрелю. Я предупредила тебя, мадафака тупая, блин. Давай, Карл, взрывай дверь. Так. Бам! Отлично. Ой, полиция, кажется, знает все. А вот он, где сейф, ну-ка. И... отлично. Вот они, бабки, где все лежат. Окей, денежки у меня. Давно уже пора, ленивец ты, хрен. Как угодно, погнали уже быстро. Лезь в машину быстрее. Да-да-да, конечно, сейчас. О, блин, 4 звезды, это вообще жопа полнейшая. Едем быстро. В эту автопокрасочную, так называемую. Нам, по-моему, предстоит 3 ограбления. О, 3 звезды уже. Ну ладно. Хоть что-то нас утешает. 3 ограбления. Или не 3, или 4. Я не помню. По-моему, 3. Ограбления с Каталиной нам сегодня предстоят. Я убила сотни таких свиней, как ты. Да. Это жесть.
И вот, кстати, начал я недавно проходить GTA Vice City, записал первую серию. И, блин, я должен ее пройти, это просто охренительная игра, как оказалось. С реально классным сюжетом. Я ее до конца не проходил никогда, но... San Andreas проходил. San Andreas точно тоже надо пройти. В San Andreas сюжет вообще самый крутой. И 4 сезона будут вообще самыми разнообразными. Получится у нас. Так. Лучше стараться не нарушать... этикет преступный. Да, вы мужики такие жалкие. Ой, господи, какой этикет преступный. Кодекс, господи, законы нарушать. Не будем. Давить всяких и все такое. Полицейские машины врезаться. Так, дорога у нас вот такая вот кривая здесь у нас идет. Машинка у тебя охренительная, конечно. Ну вот. А, ладно, потом скажу. Когда вот доедем, скажу. Ты меня очень впечатлил, Карл Джонс. Вот твоя доля, громила ты, блин. Отлично, отлично. Давайте продолжим. Что бы нам дальше сделать? Алло? А, слушай, парень, я тут был занят. Цезарь, как дела? Да, тут закись азота чуть-чуть немного. Гонки, дружище, на машинах. Тачки не шикарные, быстрые. Очень быстрые. Ты о чем? Уличные гонщики в Сан-Фьеро. Они там встречаются, чтобы играть по-взрослому, никаких сумков и все такое. Хочешь немного подзаработать? А что, папа римский? А да, что ты привязался с папой римским-то? Не знаю я. Просто возьми тачку и призвей. Встреть меня с Кендалл Модбери. Ну, в следующей серии, а сегодня мы будем грабить. Каталина, это Карл. У нас еще банки есть. Сюда, любовь моя. О, ну давай же, погнали уже. Давай сюда, задницу свою тащи. А то я тебе гранату туда вставлю. А, окей, иду. Ой, какая скрипучая дверь у тебя, а? Эй, послушай, мне очень нужны деньги. О, господи, что это такое? Что это? Это оружие для пытки. Твоей заднице сейчас будет очень жарко. Ты никогда мне не пишешь, не звонишь. Ты меня за шлюху держишь. За одну из них. Не, не надо, не надо опять. Я тебя сейчас обогрею как следует. Не надо, пожалуйста, не надо. Что там происходит, а? Да-да, быстрее, сильнее, глубже, давай! О, господи. Давай уже грабить пошли, а? Хватит заниматься этой ерундой. Ну и как тебе? Да, необычно. Да, я знал, что тебе понравится. Давай заработаем сегодня по-крупному, а? Мне просто бабки нужны. Да. У нее машины все время в разных цветах. Короче, что я хотел сказать. Вот это мы оставим на самый конец, потому что вот это ограбление, оно самое бесячее, как по мне. Потом объясню, почему. Когда мы к нему приступим. Но пройти его нужно. Сердце любовное или деньги. Сердце или деньги. Именно так я и назову эту серию. Да, большой куш очень мне нужен. Ты должен быть быстрым и безжалостным, Карл. Давай без глупостей, как бы успехи. Ну а чё, разве не отлично все было? Ладно, короче, я не могу читать и одновременно и смотреть туда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Осторожно. Небольшой городской банк. Будешь присматривать там за народом, никому не давай. Да, конечно, конечно, Каталина. Даже не вздумай что-то выкинуть. А ну-ка, выкладывайте все до последнего доллара. Я упосташу сейф. Держи их под прицелом. Вы слышали, что сказала леди? Давайте без глупостей. Вот гад, а. Хотел меня выстрелить. Всем подразделениям, как гейда у всех играют в банк. Пол лимита кри. Блин, только купил себе еще один пончик. И у бандитов вообще нет уважения никакого. Мы получим этот куш позже. Давайте наведемся туда и посмотрим, что как. О, господи, дела плохи. Опять полиция и опять гонится за нами. Мы знаем, что вы там. Вы проиграли, выходите. Сдавайтесь, и мы поговорим с вами, как цивилизованные люди. Так. О, бабки у нас где лежат-то. Быч. Блин, прикольно, они ломаются. Погнали. Ой-ой-ой. Лучше присесть. Блин, не могу попасть туда, куда надо. Сдавайтесь, вы окружены. Так, надо постараться в Каталину не попасть. Если она умрет, конечно же, мы проиграем. Это вот в GTA 5 сделали так, чтобы мы не смогли попасть в кого-нибудь из своих. Если только не кинуть, конечно, гранату. Куда собрался? Садись на байк и поезжай за мной. Сможешь угнаться за настоящей женщиной, да? Да, да, смогу. О, ненавижу этот мост. Можно просто ошибиться и... Да, боюсь быстро ездить, потому что боюсь куда-нибудь врезаться. Оружие, блин, заканчивается уже. О, звездочка. Ну что... А, это коп. Отлично. То, что коп упал, это хорошо. Расслабляешься ты, да? Не-не-не. Надо быть осторожным. Вот, ты, видать, не расслабляешься и... Садись ко мне скорее. Едем быстро, быстро, скорее. Ладно. Ты отличная девушка и все такое, но тебе бы успокоиться бы немного. И хладнокровные кошельки не лезут так, как ты. Ну ты слабак, конечно. Нет, я просто хочу... Ты знаешь, почему я так себя веду? Нет? Я в тебя влюблена, Карл. Сердце женщины просто полно страстей. Да что ты. Тебе предстоит еще много о женских сердцах узнать. Приходи ко мне снова, и когда узнаешь, кто это. Что это? Да. Если вы не в курсе, то Каталина в GTA 3 и в GTA San Andreas один и тот же человек. В GTA San Andreas ее можно симпатичной назвать. Вот реально можно. А в GTA 3 я так точно бы не сказал. Так, сохраняемся снова. Нам ночь вообще не нужна. О, алло. Привет. Ты чё радостный такой? Думаешь, я твой шлюх, да? Не, попробуй расслабиться, а. Да я расслаблюсь, когда ты здесь будешь. Молись, чтобы я не сделала яичницу из твоего хозяйства. Слушай, хватит болтовни, давай сюда быстро.
Да, конечно. Только сохранюсь, блин. Небольшой городской банк. Давайте уже, блин. Поехали. Погнали. Ах ты, козел. Чем я провинился-то? Вы все мужики одинаковые. Я тут по телевизору читаю об этом в книгах, музыке, все это слышу. Вы одинаковые все, мужики. Да пошел ты нафиг, короче. Прости, милая. О, нет, я отдалась тебе всей душой. Больше теперь не выйдет. С этого момента мы с тобой деловые партнеры. Окей? Эй, что ты хочешь? Ты ведь не сердце разбиваешь. Я тебя предупреждаю, у меня сейчас настроение просто отвратительное. Если они готовы убить кого угодно, кто мне скажет слово поперёк. Особенно ты, давай, шевелись. Сегодня мне так хорошо, будто я снова родилась. Ладно, может ты тогда не будешь выходить из себя? Да, я прихожу иногда в ярость, но... Да, облегчение какое. Ну, у нас остался один вариант, это ехать в правую сторону. Короче говоря, психованная она, конечно. Сейчас вы узнаете, почему вот это ограбление мне не нравится. Вообще не нравится, вот серьезно, прям. Местный алкогольный магазин. Все пройдет как по маслу, как по гулку, по парку. Ты имеешь в виду, что как получится в прошлый раз? А это еще кто такие? Давайте не будем торопиться, лучше разберемся, что к чему. О, уроды какие. Деньги у нас. Валим отсюда. Они стащили наши бабки. А это мои бабки. Сдохни, мадафака. Веди давай тачку, а я буду стрелять. Да, вот. Не терпеть не могу гнаться на этом транспорте нас за ними. Лучше бы это был бы мотоцикл, а не квадроцикл. На мотоцикле перевернуться сложнее, чем на вот этом вот квадроцикле дурацком. Нельзя падать с него, потому что можно упустить их. Быстрее за ними, а то они сейчас уедут и все. Надо самому тоже, наверное, стрелять по ним. Если они уйдут от нас, мы проиграем. Перевернемся. Проиграем. И там будет опять этот дурацкий мост, который я ненавижу. Да, ты стреляй давай по ним. Чего ты ждешь-то? Так, давайте за этим. Давай, дохни. Ага, один подобрали, отлично. Вот может выпасть портфель с деньгами, и нужно слезть, чтобы его подобрать. Если есть вероятность того, что если мы слезем, мы проиграем, потому что они уйдут от нас. Да, давай стреляй, у меня пистолет уже заканчивается. Очень мало у меня пистолета. 23 пули осталось. Не уйдут, не переживай. Ты давай стреляй. Ой, вот перевернуться так боишься еще. Ну давайте в ту сторону. Блин, прям по курсу этот дурацкий мост, который я просто терпеть не могу. Можно прыгнуть не так, как планировалось. Но в этот раз получилось. В этот раз получилось прыгнуть так, как надо. Практически. Да иди ты нафиг, ты лучше стреляй по ним. И стреляй нормально, чтобы они сдохли. А я стараюсь с осторожностью вести, чтобы никуда не врезаться, не влететь. Так, вот они. Ну, слава богу, мост этот мы прошли. Недоделанный мост. Ой, прямо над ухом стреляешь. Я просто сейчас оглохну, наверное.
Так, надо поближе к ним подобраться, чтобы в них тоже пострелять. Так, один. Ай, потом подберу, потому что я сейчас слезу, и он уйдет. Или я вернусь сюда еще. Я боюсь, что если я слезу, этот уйдет. Так, нельзя еще допустить того, чтобы он вернулся на базу. Если он вернется на базу, могут засчитать, что мы его упустили. А его база, видать, недалеко уже совсем. Подберу портфель, только сначала этого догоню. Вот этого вот гада. Вот он, вот его база. Сейчас мы его... Есть. Все, всем хана. Надо бы найти транспорт получше. Чем дурацкий мотоцикл. Да жду, жду, жду. Лучше не квадроцикл, а что-то нормальное найти. То вдруг перевернемся, ты сдохнешь. О, отличное. Транспорт. Агент Санчес, выходи отсюда. Это агент Санчес из GTA 5, обалдеть. Доехали наконец-то. Дорога долгая довольно была. Надо было еще разобраться, как доехать. По какой дороге лучше ехать и так далее. Вот так вот. Спасибо. Однажды ты поймешь, Карл Джонсон, что она на самом деле меня любила, и твое сердце раскольцевало. Ты больше похож на бесхребетную ящерицу, чем на мужика. Увидимся еще, блин. Да, мы подзаработали сегодня немало бабок, я вам хочу сказать. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. С вас лайкос, подписывайтесь, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой запасной канал, на второй канал и на группу ВКонтакте. Всем пока.